еще один мой гость. Его должна знать, его будет знать когда-то вся страна. Если есть королевская рать, там мой двоюродный брат Железов Юрий, там этот самый Сафронов, вот это как бы первая пятерка, десятка. Павел Троценко, благодаря ему сейчас все, что мы сейчас говорим, попадает не только в YouTube, но и в Яндекс. И новые тысячи и тысячи людей узнают, что вот эти вот висят груши, они так и остаются, понимаете, что дерево вот так, когда упадает, падают груши, дерево так и остается. Вот с такими поникшими ветками. И не дай бог, как это, еще раз, я вынужден это сказать, простите меня, я повторюсь, может быть, второй раз скажу, может, третий. Письмо Валерий Константинович, у меня горе. Я посмотрел ваши фильмы, все написала весна, и до этого, до дачи 200 километров на поезде, я поехала, и я уже в себе тишу, а там же родственники живут, вот, и такие же грамотные. Я, говорит, еду и думаю, господи, хоть бы не тронули дерево, деревья эти, хоть бы не тронули, успеть, успеть. Самое страшное ее слова. Клянусь Богом, я не придумал эти слова. Они были. Я приехала, стою посреди сада, искалеченного, вот, и плачу захлеб, вы понимаете? Она, ей хватило чуть-чуть там знакомства со мной, чтобы вот это так легко понять, что это не лишние ветки-то. Как бы их заставить, бы тех, кто пропагандирует? Я уже не про Тимирязевых, они такие же жертвы. Как та дама, которая плакала, видя, что деревья уже завесили. Вот. Это апологетов этих, которые придумали все это. Вот взять спецназ, наручники, привезти ко мне в сад. У меня таких деревьев сотни. На! Ради идеи. Вот тут журналисты стоят со всех журналов, садоводческих газет. Вот, уже стоят, уже специальное мероприятие. Вот, и человек вот так наручит. Ты учил, лучше несколько таких, самых главных. Они уже доктора, они уже академики. Вот. Ты учил, в стране садов нет. Вот бери секатор, бери. Вот еще где не дотянешься, вот тебе стремянка, тебя еще эти спецназовцы на руках поднесут. Режь. Ответ будет, а как резать? Они с плодами. А что ж ты раньше-то учишь отрезать как на будущих плодов? Вот это вот навсегда останется. А я к чему подвожу? Сейчас поймете. Это только это, присказка. Вот это вот. А, ну еще раз. Троценко Павел Николаевич. Редактор моих книг. Вот. Человек, который сделал так, что просмотров теперь будет в десятки раз больше. Вот. Я своим помощником. Лилия Ряжева, я сестрой называю. А мой брат двоюродный Юрий Железов. Умница. Это человек, который принес пользу стране. Инженер, вот, это сам. В 1000 раз больше, чем те дамы, которые учили убивать. Ладно бы они ничего бы не делали. Вы представляете, со знаком минус. Учили убивать, убивать, убивать. Вот. А еще сравнивали себя. Кто он такой? Инженер, умница. Ё-моё. Ладно. Теперь. Троценко познакомились. Вам бы таких друзей, как я.